Ремонт дорог проходит в Колпашеве. В рамках муниципального контракта работники ДРСУ укладывают новый асфальт на участке улицы Тимирязева. Ремонтные работы также пройдут на улице Победы на участке от Тимирязева до Мира. На коммунистической дорожнике восстановят полотно проезжей части от Советского Севера до улицы Горького. Для указанных участков предусмотрено и обустройство прилегающих тротуаров. Кроме того, на территории городского поселения будет отремонтирован участок Гоголя от переулка Ижовкиной до улицы Свердлова, Жданова от Панова до Гоголя и на Голещихина от Обской до Гроховского. Искусственной неровностью обустроят два пешеходных перехода. Речь идет о территориях на переулке Шкабуры у Тогурской школы и на улице Мира в городе Колпашево у остановки Баня. Ремонт дорог будет проведен и в сельских поселениях муниципалитета. На дорожные работы на территории Колпашевского района из областного и местного бюджетов направлено более 44 миллионов рублей. Завершиться они должны до конца августа. Добавим, в прошлом году в рамках дорожно-ремонтной кампании на территории муниципалитета был выполнен ремонт 6 участков автомобильных дорог общей протяженностью около 3 километров и более 2 километров пешеходных тротуаров. Дополнительное освещение появилось на 10 пешеходных переходах в городе Колпашево и селе Тогур. Из областного бюджета на эти цели направлены более 42 миллионов рублей. Затраты местного бюджета составили чуть более 2 миллионов.